снова? Да, ты просто их закрыл мне все. Хорошо. И снова что-то на дебри прямо, чтобы увидели. Здравствуйте. Добрый вечер. Российское управление. Старший лейтенант Леонов. Ты люди жалуются, замазают. Вам было тяжело нормально встать? Вам было плохо? Вы на права не сдавали, у вас со зрением проблемы, что вы не видите дедов. Вы плохо воспитаны, что вы не уважаете других людей. У меня там миллиард вопросов. Так чего вы не обращаетесь? Сидите молча, я буду стоять молча, общаться с полицией. Все. Уважаемый. А, мне да. Устроить патрульная полиция. Я готов ждать, Ну что, нельзя было где-то ответить?